знаю. Угрожают, потому что бывает не сигналят и сбивают людей. А вот подскажите, пожалуйста, бывали на ваших глазах случаи, когда прямо... Нет, нет. Ну, меня чуть не сбили, да, ребятишки, когда вот прыгают они. Чуть не наехал. Товарищ мы его просто сбили, зацепили, упал. Как бы ничего такого серьезного, но все равно неприятная ситуация. Хоть извинились перед ним самокатчиком? Ну, естественно, извинился. Не мешают? Ну, нет, мешать не мешают, но сама не катаюсь и другим не советую. А по тротуару не опасно ходить? Когда самокатчики катаются? Да. Ну почему нет? Опасно, у меня маленький ребенок, и бывает такое, что несутся. Ну, когда на рядом с остановкой, да, мешаются. В целом, то все равно на них, по большей мере. Предлагают такое решение, что, например, теперь вдвоем нельзя на самокате. Вы как к такому? Ну, изначально в политике компании прописано, что вдвоем передвигаться на одном самокате запрещено. А те, кто передвигаются вдвоем, это уже, то есть, ну, они изначально нарушают. Это будет не очень романтично, конечно, но я думаю, более безопасно.